Впервые почти за 100 лет над селом Малахово разносится колокольный звон. До революции здесь был храм, но в 30-е годы был разрушен. Возродить сельский церковный приход местные жители мечтали давно, но реальностью это стало лишь когда с инициативой выступила строительная компания «Союз». Появление же, в принципе, храма здесь, оно как бы соответствует нашей психологии, я имею в виду психологию «Союза». Мы говорим не только о работе, мы говорим о социальном согласии. Православная церковь – это одна из таких основ духовности нашего общества, и поэтому решение такое было принято. Проект храма во имя пророка Ильи выполнен в старинном псковском стиле, простом и выразительном. Благодаря современным технологиям возвели его быстро, меньше чем за 8 месяцев. Место выбрано не случайно, рядом с Домом культуры. Его тоже недавно отремонтировали силами компании «Союз». Местные жители говорят, теперь их культурная жизнь станет по-настоящему полноценной. Мы тоже проводим определенные праздники и Рождество. Я думаю, что и Пасха, и Масленица, да, у нас все это происходит. Я думаю, что это будет даже каким-то дополнением, что люди будут ходить не только на культурные мероприятия, но и посещать храм в эти дни. С этого дня храм открыт для прихожан, но дополнительные работы, например, по благоустройству, продлятся еще около года. Местные жители заверили, что сами будут принимать в этом посильное участие. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.